Все, всем привет, с вами я, Колян, и сегодня мы будем создавать сервер на платформе Крафтбакета. На сегодняшний день уже есть перелизная версия Майнкрафта 1.5 Redstone Update, так называемый. Но пока что бакета нет, поэтому я буду на 1.4.7. Нам понадобится вот этот вот файл, который можно скачать вот отсюда. Ну, легче всего ввести в гугле bat.dov. И вот, мы увидим рекомендованную зеленую сборку. На сегодняшний день она такая. Ну и вот, мы ее скачали, вот она у нас. И нам понадобится блокнот, который давайте я сейчас создам. Без разницы, как мы его назовем. И нам понадобится вот это вот название. Так, и это мы еще должны здесь вот чуть-чуть записать сюда. У меня там написано сервер by 5.5. И вот это вот у нас должно совпадать вот с этим. Вот, видите? Все совпадает. Вот. Сервер by 5.5.jar. Ну, здесь без точки jar. И вот у нас здесь также. Давайте мы сохраним этот файл. Сохранить как. И пишем start.bat. Вот таким вот образом мы пишем. Сохраняем. И этот текстовый документ мы удаляем. Так, и мы запускаем наш сервер, и я поставлю на паузу, пока он будет генерироваться. Итак, вот у нас все загрузилось. Что нам дальше делать? Нам надо аккуратненько остановить этот сервер, а то будет крах, бабах и всякое такое. Так, вот. У нас здесь магическим образом появилась куча файлов. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 файлов. Я, наверное, первый человек, который в Let's Play Layer посчитал, что здесь было 11 файлов. И можно открывать любым вот таким вот редактором блокнотов и открывать через Notepad. Это очень полезная программа, Notepad++, для вот этих вот серверов. Давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь то, что я первое сделаю, это онлайн-моды. True я изменю на false. Что это такое? Это то, что вот если у вас или у ваших друзей пиратка Майнкрафта, то если будет здесь значение true, то они не смогут зайти на ваш сервер с пиратской версией. А если значение будет false, то они смогут. Ну, hardcore, false, я так и оставлю. PvP. Ну, поставлю false. Сейчас я буду строить. Если мне будут помогать друзья, то тогда пусть будет false. Максимум у нас играет 7 человек, мы через хамачи играем, ну, даже 6. Ну, ладно. Я 7 же? А, нет. Я 6 его. Ой, 7. 6 все-таки, да. Вот. Максимум 7 человек играет. У нас теперь на сервере. Так. Спавн животных. True. Так. Генерация строений тоже true. Ну, false это, короче, будут? Ой, не будут, а true это будут. Ну, из изучения английского все должны знать. Так, сервер порт я не меняю. Хотя, если буду менять, то там на каком-нибудь... У меня когда-то был очень красивый порт. И у меня он был открыт единственный. Вроде. А, нет, даже он был открыт только для меня, конечно же. Так. Потом. Это ваш IP будет здесь. Только, ну, его можно посмотреть на 2ip.ru сейчас. Вот, заходим вот этот сайт и узнаем IP. Ну, мне это не надо, потому что у меня все порты закрыты.
Это сложность. Давайте я поставлю ее на 2 максимум. Так, хотя легкий же есть. Есть сложный, есть очень, ну, легкий, средний и сложный. 0 это мирный, я поставлю 3 сложный. Нет, двоечку. Так. Ну, наверное, все. Если вот вы будете менять карту, вот в World, вы должны будете написать название папочки. Ну и все, давайте закрываем, сохраняем. И давайте запустим наш сервер. И попробуем на него зайти. Так. Так, он сейчас еще раз прогрузит. Это уже будет не очень долго. И давайте пойдем. Пока я захожу, пропишу оператор. 5-5 игр. 5-5. Это то, что я админ. Так, вот у нас 7 человек мы видим. Давайте еще раз. Вот. Minecraft сервер. Так, подключиться. Чтобы на него подключиться, надо или ваш IP написать, и через, как их называть, через двоеточие, ну, вот эти вот 25565, ну, порт. Или вам надо написать localhost. Вот так вот сейчас я покажу в чате, как он пишется. Localhost. Вот у нас много будет луков, постов. Ладно, без разницы. Так, и давайте пробегаем. Если у нас упал. Да, мы можем ломать под собой. Есть просто бывают такие штуки, то что нельзя ничего ломать. Так, я не могу попасть в дырку. Вообще. В дырку не могу. Вообще, маленькую дырочку. И сейчас будет жутко подлагивать. Это ненавидим. Это у меня. Так. И давайте мы включим креатив. А хотя зачем? Я, наверное, уже на этом буду заканчивать. На этом все. С вами был Колян. Подписывайтесь на новое видео. Просто уже больше нечего рассказывать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Все. Всем пока.